Доброе утро. Вот сегодня уже 28 марта. Вчера два трака по 88 семей завезли там в Вудбурн. Поставили. Сегодня вот с утречка здесь я завез 64 семьи. То чуть-чуть перестановку сделали. Пчелка очень хорошая, и меду хорошо. Тяжеловатенькие такие, нормальные семейки. О, вон еще один. Окей, ладно, я уже зацепил. Окей. Тучки сегодня немножко обещают они нам дождичка. Должен быть. Но не знаю, будет, не будет. Ну что-то да будет. Ежевика, видите, только-только начала. Это еще прошлогодние листья. А вот они пошли, короче, листочки. Еще ежевики до цветения примерно больше месяца. Почки. Это вот лещина. Почки, смотрите, какие. Она вот в декабре отцвела. Красиво. Вон сурепка цветет у дяди Вани. Это я у дяди Вани здесь. Это старая дорога у нас называется Тачок. Хорошее место мы здесь на зимовку ставим. 200 семей где-то так вот. Ну, сейчас мы так временно поставили, потому что эти семьи, они у нас пойдут на груши. Уже, наверное, на следующей неделе, с начала недели начнем завозить уже на грушу. Так, погода, чтобы именно температура, чтобы такая... Сильно тепло, не сильно тепло. Вот как мы привезли пчел туда, на побережье океана. Вот точно такая же сейчас вот погода у нас здесь. Дождички чуть-чуть проходят. И тепло. Ну, сурепка неплохо. Здесь вот у дяди Ваньки вот уже сколько лет. Она вот по краям. Между рядами ежевики цветет. Дядь Ванька здесь вот в том году было блубери, позапрошлом году, а в том году он что-то ее выкосил, да. Вроде клубнику посадил, но что-то не похоже на клубнику, не сильно. А так вот он, видите, сурепка как цветет. Нормально. Видите, вот тополя голые еще стоят. Нету ничего такого. Команда, гейм. Командоги, собачки. Коля вчера пса привез. Сейчас я вам приеду. Он за мной убежал, но не знаю, сейчас приеду, посмотрим, убежал, не убежал. Вот посмотрите, какая красота у дяди Ваньки между рядами. И он сейчас вот, она долго будет цвести. Это уже он там ближе к, как уже ягода пойдет, потом только он вот это все поперекосит. А здесь вообще красотища, что можно сказать. Хорошее место здесь. Раньше у меня вот вон там, где красная будочка на крыше, там лошади, и прям почти вот напротив у меня этой будочки там место было. А потом он в рент сдал вот эти вот подсолнечные панели, то здесь у меня вот два тачка было, сейчас одно осталось. Там хорошее место было. И получается, там в любое время тоже, как и здесь, дождь, не дождь, в любое время можно заехать. Было поставить пчел. Но здесь у него как низменность, а там он такую площадочку сделал хорошую. Вот это у него вот клубничка. Скоро сейчас они ее попрополят, всю травку повырубят, и будет нормально. Утро, прохладно. Ну, хорошо.
Хорошо. А вот смотрите, верба зацвела. Посмотрите, как она цветет красиво. Я думал, это канадский клен сдалека, но верба. Все есть, всякие растения, все есть. Здесь вообще природа очень-очень богатая. Посмотрите, какая красота. Но она уже, наверное, отцвела уже, наверное. Да, уже пыльцы нету. Уже отцвела. А вот так вот, автобусы школьников забирают. Ездят по поселкам, собирают. Где-то, может, некоторые, кто подальше живет, почти час, наверное, уходит. Так, вот мы вчера начали пакеты делать. Вчера там я их в шап занес. Они в шапе у меня ночь простояли. Вот такие вот новые пакеты. Ну как новые, уже года три их пользуют. То нормально. Пластиковые. Вот здесь вот, видите, отдушины какие. Пчелка сидит очень хорошо. Литочки. Я вот покажу, приеду в шап, покажу. То, а ну-ка, вот сейчас я. Они прохладно у нас тут речка. Ну как, нормально, летная погодка. Вот они, видите. Вот такие вот пакеты. Вот они. Пакеты готовые уже. Хорошо сидят, очень хорошо сидят. Давай, вылетай, вылази, давай. Вот это вот, там обрезается и бутылка ставится для кормушки. Очень удобно. Их здесь две. Видите, это побольше дырка, а это поменьше дырка. Туда вот как раз вот в эту пепсикольная бутылка залазит без проблем. Вот они, красавцы. Пакетики. Красавчики. Стандарт, все стандарт идет. А это другому клиенту. Этот клиент привез вот 800 пакетов таких. Ну, еще такие у нас есть, то, думаю, 1000 пакетов опять возьмет. То у нас вот ежевика, посмотрите, как завита. Это дядь Ваниного, дядь Ваня Петра. Дядь Ваня, зять ихний, короче. Видите, как вот они позавили. Она вот только пошла. Это старые листья, они отпадут. А вот она только-только пошла. А также, вон, смотрите, и черешня у нас уже вот зацветает. Да все зацветает. У нас весна не то, что в разгаре. Только-только. Вон то груша, он цветет. Вон черешня цветет. Вон черешня зацветает. Это тоже, она только-только вот первые, как говорится, цветочки. Видите, какая красота. Посмотрите. Красотища. Он еще в бутонах. Вот сегодня позвонили, сказали от 7 до 10 дней. Вот она. От 7 до 10 дней. И уже будем завозить на сады. Как раз мы успеем. Отводков 300 сделать успеем. Будет нормально. У нас на конец недели он просит хотя бы 150. Но я думаю, сделаем, может, 200 сделаем до конца недели. То будет нормально. Самое главное, начало. Паша уже вот сегодня приехал. Первый день, короче. Я ему там задание дал, а сам вот поехал отвозить вот эти отводки, отвез. Так, вот у нас стоят наши пчелки. Вот вчера и за сегодня 250 семей я вывез уже отсюда.
Вот здесь вот они на площадочке у нас стояли, потому что сильно много было пчелы. На два точка развез. То Толик вот вчера начал расплоды поднимать. У нас есть на 300 рамок расплодов клиент. То сегодня он поехал там на другое место поднимать. То вот так вот у нас пчелка с утречка, немножко дождичок прошел, гудит, хорошо гудит. Вот он вчера вот поднял, я не знаю, даже наверное по две, по три рамки он поднял. Да, вот посмотрите какая, да, по три рамки. Посмотрите, сколько пчелы. Кошмар. Ну это мы сейчас отбираем самых-самых сильных семей. И с их мы будем делать и отводочки, еще пакеты еще с их сделаем. То вон у нас там, а то у нас там, я не знаю сколько, я там еще не был, сколько семей там стоит. Здесь, ну вот 250 штук только мы отсюда увезли. То сегодня уже вот позвонили через 7 дней, через 7-10 дней уже, короче, это. Ну, надо будет на груши завозить на опыление. Гудют. Красота. Сегодня такой прошел, можно сказать, не дождик, а просто как пыль прибил только. А завтра, завтра уже хорошая погода. Сегодня еще в 4 часа они 30% обещают дождичка. И все, на этом у нас дождичка пока не будет эти 10 дней. Будет нормально. Погода вроде бы нормально. Сейчас дождей сильно много не показывает. То надо делать пакеты, 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 чтобы нам до 1 числа. Вот сегодня уже заказал маток. Будем сами выводить. Ну, пока есть. Сейчас вот эту первую партию будем делать. Матки-то уже у нас пришли, но сильно дороговато. 26-30 вышли матки. Дороговато немножко, ну ничего, ничего не сделаешь. Здесь вот видите, в этом году, пока я приехал, сосед мне уже площадочку такую сделал. Нормально. То чуть-чуть освободимся, после пакетов сделаем вот навес, то будет вообще супер. Вот и пришли матки. Ну, мы уже начали отсюда брать. Вчера вот 11 маток забрали. Видите, вот сколько пчелы. То, вот так вот я накладываю им густого меда. Видите, они вон ее сразу как вощину делает, и бывает язычки понатянут, и они здесь живут у меня недельку и больше живут, две недели даже вот так вот живут. Я им вот так вот оставляю, как литок открытый, и они летают, и нормально. Так что это очень хорошо, даже супер. Матки микс, есть итальянки. Есть карника, корниола. Так, вот у нас Паша сегодня первый день приступил к работе. Как, Паш, там? Нормально? Ага. Получается? Да, ну. Ага. Угу. Отлично. Это складывает потом, потом рано. Да, 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 да. Потом уже сразу. Приедет, да, сегодня? Да, он там сейчас уже выезжает. Если он приедет, я буду, мне будут рамки ставить, я буду чей-то. Угу. Не, он будет пакеты делать. Ну, пакеты, ну да. Да, 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 он пакеты будет делать. А чистить, да. Вот это все чистить надо полностью. Все. Вот это, все, ну, вон то. Он приедет зимой, да? Да-да, снять он снимет. Ты пока вот это вот, я, пока я не делай. Да-да-да-да-да-да.
Да, это нормально. Пока вот коробки делай, чтобы все у нас готово было. А мы же, ну да. А тут плохие рамки. Плохие рамки, да, отдельно ставь. Мы их потом, короче, повыкидываем и все. Ничего. Угу. Я их. Да. Ага. Да. А потом накрыть стол на улице там. Ага. Хорошо.